Астероиды – самые многочисленные объекты в Солнечной системе. Множество из них уже классифицировано, хотя еще больше остается неизвестным. Ученые считают, что на некоторых астероидах могут таиться бесценные сокровища. Одна из теорий вымирания динозавров гласит, что эти доисторические гиганты вымерли из-за удара крупного астероида. Некоторые достаточно крупные астероиды, подобно планетам, имеют свои спутники. Например, астероид Ида и его спутник Дактиль. Внешние и внутренние планеты Солнечной системы разделены астероидным поясом. Тунгусский метеорит, вероятнее всего, был достаточно крупным астероидом. Впервые в истории беспилотный космический аппарат успешно приземлился на астероид в 2001 году. Все известные астероиды имеют неправильную форму, а также лишены атмосферы. У астероида Харкило есть кольца, как и у Сатурна, только у него они намного меньше, конечно же. Астероид, метеор и метеорит – одно и то же. Метеор – это вошедший в атмосферу Земли астероид. Если он достигает поверхности, он считается метеоритом. Большинство астероидов не имеет имен собственных. По-настоящему смертельную опасность для жизни на Земле представляют астероиды от 10 километров в диаметре. В настоящее время орбиты всех известных астероидов подобного размера не пересекаются с орбитой Земли. Большинство астероидов состоят из металла или камня. 30 июня – день астероида. В относительной близости от земной орбиты пролетают орбиты примерно 700 астероидов. Слово «астероид» в переводе с древнегреческого означает «звездоподобный». Общая масса всех астероидов из пояса, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, составляет около 4% массы Луны. Больше половины всей массы астероидного пояса приходится на 4 объекта – Паллада, Церера, Гигея и Веста. Астероид Церера, имеющий правильную шарообразную форму и диаметр почти в 1000 километров, классифицирован как карликовая планета, аналогично Плутону. В настоящее время разрабатываются различные программы по добыче полезных ископаемых на астероидах. И это были 18 интересных фактов о астероидах.